Шел по улице и отрывал зеркала у машин. Крушил все подряд. И «Шкоды», и «Ландроверы», и «Лады». Список длинный. Но появились сотрудники Росгвардии. Убедительно пригласили в свой автомобиль. На шее пассажира красовалась свернутая на манер шарфа футболка. Расположившись на заднем сиденье, мужчина начал бормотать заговоры и молитвы собственного сочинения. Молитва пошла. Задержанному 48. Сейчас он в камере 128-го отдела полиции.